В очередной посылке для российских военнослужащих переносные радиостанции, теплогенераторы, бинокли ночного видения, акустическая система, зарядные устройства и аккумуляторные батареи. Итого у нас получается 71 штука рации. Здесь идут к ним аккумуляторы, крепления 142 штуки под 71. Того на каждый еще плюс дополнительно два аккумулятора. Следом будет отправлено 120 трекинговых ботинок, разгрузочные пояса, тактические перчатки. Каждую неделю у нас проходит штаб, выносит протокол, но мы начинаем отрабатывать. Заявки от военных поступают? От военных заявки поступают постоянно, периодически. Ну, раз в день, ну, каждый день. Отгрузку проводят не менее 2 раз в неделю, а то и чаще. Напомним, автономная некоммерческая организация «Содействие» создана осенью прошлого года для того, чтобы централизованно закупать и доставлять необходимую помощь военнослужащим из Бурятии.